Друзі, сьогодні ми вам інформували про те, які події будуть відбуватися у Миколаєві на свята, на прийдешні свята, де можна сходити на вихідні для того, щоб прогулятися, відчути себе гарно. І неспроста до нас сьогодні завітала наша гостя Ірина Пак, заслужений працівник культури України, художній керівник дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети». Вітаємо вас! Ми знаємо, що у вас, у вашого колективу завтра пройде концерт. Ми б хотіли дізнатися про нього детальніше. Да, это не просто концерт, это премьера, премьера спектакля. Потому что в театре танца «Ритмы планеты» имени Василия Пака существует прекрасная традиция создавать детские балетные спектакли, в которых участвуют дети и танцуют для детей. Это прекрасно. Я думаю, что это уникальное явление для города Николаева, не только для города Николаева, но и для Украины. Потому что детские балетные спектакли создаются в городах, где есть театры оперы и балета, где есть штат педагогов-хореографов в училище хореографическом, в школе хореографической, где есть балетмейстеры. И театры помогают костюмами, реквизитом, оформлением сцены. Потому что вы понимаете, что создать спектакль – это непросто. Это просто колоссальная праця. Но в театре танца «Ритмы планеты» существует несколько, уже в репертуаре за 20 лет, несколько таких одноактных балетов. Первый был создан «Волшебный сад моих снов». Это такой балет-феерия, в котором говорится о том, что силы добра таки побеждают. Волшебный сад, где царят птицы надежды, добра, любви, вырождаются маленькие птенчики, приходит беда, огонь, который уничтожает этот сад. Но с первыми капельками дождя природа возрождается, и все эти чувства, все эти живительные силы, они побеждают это зло. Потом был создан балет, классический балет «Ожерелье для терпсихоры», в котором была использована только классическая музыка. И как бы гранями своего хореографического таланта все камни, изумруды, сапфиры, бриллианты, аметисты, агаты, они, играя перед богиней танца Терпсихора, создавали такое красивое ожерелье для нее. Вы только рассказываете, а у меня уже уява створює якісь фантазійні там мрійливі образи. Я уявляю, наскільки це було гарно. Это действительно так. И следующий балет – это была «Легенда Эгейского моря». Мы окунулись в подводный мир, увидели жизнь и медуз, актиний, кораллов. Там были превосходные танцы рыбок, танцы сирен, которые зазывали в свою подводную стихию всех путников, всех моряков. И прекрасный спектакль «Египетской пустыни «Миражи». Именно мы окунулись в древний мир Египта, потому что под его песками скрыты очень многие тайны, и мы до сих пор не можем знать, что же все-таки на самом деле случилось в древнем Египте с его правителями, царями. И балет «Воскресенье в Мадриде». Естественно, о названии можно судить, что это балет об испанском танце. Испанский танец главенствует в этом балете и рассказывается об истории развития испанского танца, начиная от хореографии Мариуса Петипа, от испанских танцев в его балетах, и до сегодняшнего дня, то есть интерпретация испанского танца на современной сцене. И вот мы решили создать новый спектакль, который, я так думаю, символически называется «Времена года». Ведь если мы сейчас с вами подумаем, то вспомним о том, что к временам года, к весне, к зиме, лету обращаются и художники, и поэты, и композиторы. То есть они рассказывают свое ощущение от времен года. Просто невычерпная тема. Совершенно верно. И вот мы решили как бы соединить это в балете, в нашем новом спектакле «Времена года», рассказать хореографическим способом, хореографическими силами о том, как мы чувствуем природу, возрождение природы весной, с появлением нежных подснежничков, с развитием человеческих чувств во время, вот как, если даже понять влияние природы, музыки на человека, на развитие его чувств. Вот мы коснулись даже вот такой темы, очень серьезной. Дети какого віку будуть задіяні у вашому спектаклі, у вашому, можна сказати, театральному дійстві? Все абсолютно возрастные наши категории, это начиная от 5-6 лет и до выпускников, до 17-18 лет.
Можна сказати, що балет – це дещо суровий вид танку, і навіть дорослі не витримують у такому ритмі. Як ви можете заохочувати таких маленьких діточок для того, щоб вони дійсно виконували усі вправи, які ви їх навчаєте? І я вважаю, що вистава, яка буде проходити вже завтра, це дуже підготовча була робота. Безусловно, это очень большой труд. Мы благодарны всем детям за такой неимоверный труд и в балетном классе, и на сцене. И благодарны родителям за терпение, потому что это связано и с дополнительными репетициями создания такого спектакля, создания костюмов. И помощь, конечно, родителей. Ось щодо костюмів, я бачила не один раз виступ саме вашого колективу. Ваші костюми, таке враження, що вони дещо створені з магії. Тому що коли дивишся, ти не бачиш у ній дитину, ти бачиш у ній дійсно казкового персонажа. Яким чином ви виготовляєте ці костюми і хто вам у цьому допомагає? Вот видите, вам тоже помогает фантазия, да, воображение. Вот точно так же костюм сценический создать очень сложно, потому что он должен отвечать требованиям сцены. Потому что одно дело создать какой-то костюм, который видишь перед глазами на расстоянии метра, и другое, значит, другие критерии, когда нужно создать костюм, чтобы он был очень эффектен со сцены. Поэтому есть такие нюансы, но дело в том, что у нас есть 20 лет творческой деятельности на сцене, и поэтому мы знаем, что такое создать сценический костюм, особенно для танца, потому что здесь есть тоже своеобразная специфика. Чим ви будете заворожувати наших глядачів вже завтра на своєму спектаклі? Які родзиночки приберегли? Ну, вы знаете, наверное, все-таки необычным в этом спектакле будет белый цвет. Белый цвет, как цвет полотна для художника. То есть вот сейчас это белый цвет, он наполняется полотно красками и просто оживает, наверное, воображение, вдохновение художника, вот оно начинает жить на полотне. Чистый звук музыки, наверное, тоже завораживает человека. И, может быть, даже в какой-то суете, услышав какие-то ноты, которые трогают его душу, он останавливается, задумывается. Вот, наверное, все-таки задача нашего спектакля – остановиться на мгновение, задуматься, что дает нам природа, что дает нам даже цвета времен года. Потому что на протяжении всего спектакля основной цвет костюмов – это белый, но идет наполнение, насыщение в зависимости от времени года. Так задуман спектакль, это наша концепция нашего спектакля. Точно так же и хореография, причем мы применяем в этом спектакле все стили, все направления хореографии. И классический танец, и джаз-модерн, и модерн, и контемп. Поэтому зритель будет несколько удивлен, может быть, нашим вот поворотом видения хореографии. И то, о чем мы с вами уже говорили, что все возрастные категории нашего коллектива будут участвовать. И поэтому вот я так считаю, что самых малышей мы должны как бы огранить, вот как бы огранить и показать их вот в такой красивой огранке. Потому что задача все-таки спектакля, именно спектакля, сложная. Когда можно просто красивый праздничный концерт выстроить очень красиво, преподать каждый номер концерта, то здесь единое полотно хореографическое, единый спектакль. И поэтому все должно взаимодействовать, все должно радовать глаз, и все должно быть соответствовать данной задаче, которая была поставлена для Взагалі, исполнителей. я хочу сказати, що, мабуть, це дуже складна задача, щоб це все об'єднати, показати і малюків, і дорослих, показати у кожного свою родзинку, свої найкращі риси. Скільки взагалі ви готувалися до цієї вистави? Ну, идея возникла, наверное, осенью, в октябре, так что времени не так много. І за короткий проміжок часу ви встигли зробити таке масштабне дійство. Да, и это была наша цель, потому что мы хотим продолжить эти прекрасные традиции создания детских балетных спектаклей. Это наша обязанность, это наша в честь памяти основателя Василия Николаевича.
И поэтому мы решились. Это очень сложный, очень ответственный момент. Именно выйти на этот уровень, на такой уровень, высокий уровень создания спектакля и показа его на сцене. И мы уверены, что этот спектакль будет иметь успех. Мы уверены. Мы с этим спектаклем едем в феврале месяце в город Херсон. Показываем осередок, хореографичный осередок Национальной спілки хореографов України для хореографов и их любителей в городе Херсоне. И надеюсь, что этот спектакль увидят еще многие жители Украины, не только города Николаева. А вообще моя мечта, чтобы этот спектакль был показан на фоне чистого неба, на улице, для всех жителей города Николаева, чтобы это происходило вечером с соответствующей подсветкой, что это будет фантастическое зрелище, это будет подарок городу Николаева, отож, если мы это осуществим. Що влітку ми можемо чекати на прем'єру на свіжому повітрі, на відкритій сцені, де кожен миколаївець може прийти і подивитися на цю виставу. Я теж думаю, що це буде. Але те, що буде завтра, хто може приєднатися до завтрашньої вистави, хто може прийти і подивитися? Вы знаете, в городе Николаеве есть уже очень много любителей хореографии, театра, танца, ритмы планеты, и поэтому зал, я думаю, будет полный, и восприятие, вы знаете, я так люблю здание русского театра, потому что там особая аура, и именно там очень приятно нам проводить эти спектакли, большая благодарность дирекции театра, потому что и всем работающим в этом театре, потому что к нам очень трепетно относятся, и к детям к нашим и к нам, и знаю, что всегда очень рады видеть нас там, и там особая такая аура духовная, и вот то, что мы посылаем в зал, это все вот возвращается к нам, и вот такое взаимодействие внутреннее с залом, я думаю, нам завтра поможет. И, естественно, это будут и родители, и бабушки, и дедушки детей, которые будут рады видеть на сцене своих чад. І ми будемо раді будь-якому зрителю. Хотілося б зараз нагадати нашим телеглядачам час і місце, де вони можуть прийти і приєднатися до вашої вистави. 17 января в 14:00 Русский драматический академический художественный театр. Сьогодні разом із нашими гостями, які вже приходили до нашої студії, ми висловлюємо невеличкі побажання для наших телеглядачів щодо прийдешнього свята Водохреща, а також, можливо, хочете зробити якісь побажання для ваших вихованців, для вашого колективу, ми б хотіли надати вам слово. Ви знаєте, я уверена в своїх воспитанниках, своих детях, своих прекрасных педагогов-хореографов Бойченко Анны Александровны и Гашенко Екатерины Ивановны. И я знаю, что завтра состоится на сцене Русского театра чудо. Это чудо сотворят детско-юношеский театр танца «Ритмы планеты» имени Василия Пака. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас, розповіли про дійсно дивовижну виставу. Я бажаю вам тільки натхнення на подальші ваші роботи і вам, і вашим діткам, вашому колективу. Ще раз вам дякую.